Слепой жребий определил соперники Минскому «Динамо» по первому раунду квалификации Лиги Европы литовский клуб «Кроя». Из маленького городка на границе с Латвией Покроис. Такого маленького, что там не нашлось приличного стадиона, дабы провести матч такого уровня. Поэтому футболисты, а вместе с ними и съемочная группа программы «Динамо Инсайт» отправилась в соседний Шауляй. Шауляй – четвертый по величине город Литвы. Это культурный центр. Здесь много музеев, в том числе есть музей радиотелевидения, даже есть музей кошек. Но нас сегодня это совсем не интересует. Куда важнее – футбольные достопримечательности города. Smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever. Never mind. Бежали спокойно трусой, давайте. Потом назад, давайте. Первый раз пробежали. Вот, и спокойно назад. Работайте вместе в линию. Не спешите, стартуйте вместе. И давай побежали, протрусили, давай пошли. Протрусили, давай, протрусили, бросили, давай. Here we are now. An albino mosquito. Главной особенностью стадиона в Шауляй является то, что он находится в 3 минутах ходьбы от отеля, где живут наши футболисты. Ну а если серьезно, вполне себе типичный стадион для европейской глубинки. Компактный, милый, на 3000 мест. Проект «Динамо Инсайт» про футбольный клуб «Динамо Минск». Вы играли за «Динамо». Это правда? Да, это Скажите, правда. Как это было? Это было очень давно, но правда. Я играл с 91 по 93 год. Какие впечатления остались от «Динамо», Беларуси? У меня до сих пор впечатления очень хорошие и о «Динамо», и о Беларуси. Я часто приезжаю, потому что моя жена из Минска, и всегда я с большой радостью приезжаю. И нравится, что город Минск ухоженный, чистый, красивый и ничем не уступает другим городам Западной Европы. Работаю, да, в чемпионате Литвы, высшей лиги, сужу. Был несколько лет арбитром международной категории, но уже и возраст, и разные причины. А вы следите за судьбой «Динамо»? Ну так, в газетах иногда почитаю, но не так пристрастно, чтобы каждый день смотреть, как там «Динамо» сыграло или какие там изменения. Но интересуюсь, знаю, что на 3-4 месте, такие вещи знаю. Когда вы играли «Динамо», какие позиции занимало в чемпионате Беларуси? Ну, в первый год, когда я приехал, это был 91 год. Я попал, еще был последний год чемпионата Советского Союза. Ну, естественно, тогда и трибуны ломились, и играли с такими соперниками, «Спартак», «Динамо», «Москва», ну и так дальше. А потом уже с 92-го уже стал чемпионат Беларуси. Естественно, уже и уровень пониже, и, может, первый год еще заинтересованность болельщиков, особенно в периферии, очень большая была. Но потом это все ниже и ниже стало. Вот. Но все равно было интересно. Меня очень заинтересовал сам матч. Не так часто белорусские команды приезжают в Литву. И так получилось, что ко мне приехал друг, тоже журналист. И мы решили приехать на этот матч и тем самым и футбол посмотреть, и вспомнить старое доброе время. Ну и так давно не видел матч Европейской лиги. Может быть, вы передадите настроение литовской стороны, они опасаются «Динамо»? Были такие разговоры? Да, тренер как-то замечал, что мы эту команду очень уважаем, понимаем, что она классом выше, но бороться будем. Вот, так что, ну, нельзя сказать в спорте такое слово «боимся», но, во всяком случае, очень сильно-сильно уважает.
знаю, кто может знать, кто победит, но я все-таки поставил бы 2-0 на Минское «Динамо». Ну, меня сейчас литовские болельщики не слышат, но я думаю, что 2-0 будет. Забить, как бы, ну, я считаю, контролирую ход игры, ну, на протяжении всей игры мы держали в своих руках игру, не знаю, как бы не получилось в первом тайме забить. Уже что-то нервозность пошла, и после перерыва настроились, как бы, надо забивать, потому что на выезде гол всегда, ну, помогает. И вот пришлось 3 забить. Поддержали нас, несмотря на дальний выезд такой. Ожидали, что выйдут Наполе? Не, никто не ожидал, как бы испугались, наверное, там кто-то стерды с этим с шокером стояли, мы немножко испугались. Но все нормально там? Да, все нормально. Искренне скажу, что очень-очень приятно. На самом деле впечатление, там, даже когда видел ребят, там Олег говорит, делал сэндвич, там, очень рад был видеть встречу, там, и еще болельщики, супер, когда даже поменяли, вообще был в восторге, очень было приятно в душе. Когда начали писать фамилию, огромное им спасибо за это. Следишь за судьбой «Динамо»? Конечно, там много друзей в команде, ну, хотя в этой команде осталось один «Динамо», наверное, там Олег говорит, делал, как бы. А так судьба команды не безразлична, и очень переживаю за нее, и верю, что будет обязательно у меня все хорошо. Все у «Динамо» будет впереди. Желаем, как, ну, с нами, как в следующем матче, не желаю успеха, конечно. Но если я понимаю, если пройду дальше, то им успехов там, в дальнейшем, там, и чтобы как могли, как дальше там прошли, там. Правом там Лиги Европы. Ну, какие мысли перед ответной игрой? Ну, надо выиграть, проходить дальше, попадать на «Локомотив». И как бы будут все довольны.
Yes, we were the better team. We controlled the whole game, and so it was not a surprise that we won today. I'm not nervous, I was angry. That's the difference. I would like to win, and I'm looking for a perfect game. And this was still far from perfect, so there's a lot to improve with this team. And that's what I'm... that's why I'm, well, you call it nervous, I call it angry. So it's always good to have atmosphere, and it's nice to have supporters on the stands. Next time they have to stay off the field, otherwise they again they get punished, and again we have to play with no supporters. So I hope they will behave, and but it's fantastic to have them here. Динамо! 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 Динамо!